современное искусство. Машу попросили стать оператором. Сейчас Маша будет. Вот. И друз с ними, вот как раз этот мужчина, это мужчина-друз. Здесь вот я говорил, друзские деревни, и друзы, они здесь живут, и как раз вот они выращивают этих пчел, медом занимаются. И вот здесь на горе прямо мед продают. Это дракон. Свинорылый дракон. Он сам сюда забрался вообще. Вот здесь показано, что здесь шли военные действия, и сверху вот как раз солдаты в разные стороны целятся. Похоже, да. И здесь вот стрелки: Хайфа 85, Иерусалим 240 километров, до Багдада 800 километров, до Дамаска 60 километров, до Дамаска. Смотри, до Дамаска 60 километров. Обалдеть, а вон он, Дамаск, наверное, виден. Да уж. Подожди, не включай ее. Вон он, Дамаск. Вон он уже, территория Сирии. Вон он. Территория уже Сирии. Представляешь? Он на границе, видимо, проходит. Вон она, черта такая идет. Ну что ж, мы на одной из высочайших точек находимся, голландских высот. Отсюда вот открывается отличный вид. Вот там тоже военная база какая-то. И кругом жужжит этот беспилотник. Он весь день летает. Ну что, поднимемся выше. Так вот мы видим снова окопы, подземные бункеры. Здесь на самой вершине горы. Сирийской территории. А вы находитесь на канале «Мир приключений и путешествий». И с вами Константин Тупик.
там наблюдательный пункт ООН как раз вон есть. Тент накрыт такой, и вот стоит там офицер ООН, рядом бинокль. Dann wollen wir die Suche, die Suche, die Suche.